После суток относительного затишья на Востоке опять горячо. Боевики открывали огонь по украинским военным более 60 раз. Трое военнослужащих получили ранения. Наиболее напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Там под огонь боевиков опять попала многострадальная Красногоровка. Мины боевиков ударили по Красногоровке ночью и сразу по нескольким улицам. Осколки и взрывы повредили два дома. Вот этот страдает уже не первый раз. 23-го, по его словам, прилет был. 82-я. Это вы уже восстановили, да? Ну, то есть да. Вывалило, получается? Да, это все вывалило. Вот он, место там, 82-я. Окна, это тоже от этого повылетало? 125-го. А это уже передовые позиции под Старогнатовкой. В посадках напротив окопы противника. На дороге напротив можно разглядеть темное пятно грузовика. Он пытался подвести боеприпасы, но был подбит. Бойцы рассказывают, последние несколько дней тут постоянно летают беспилотники. Перша посадка внизу, вони нас погано бачать, старші посадки, а ми їх отлично бачимо. Я ось три дні вже на посту стою, то три дні я наблюдаю, в одне время постійно летять. 2-3 штучки за 2 часа по-любому. А ви їх так, як збиваєте, не збиваєте? Ну, його збити дуже важко автоматом, дуже важко. Налякали трасерами, він полетів далі. На днях к этим позициям под покровом темноты пыталась подойти разведдиверсионная группа, но ее вовремя заметили. И скоординировавшись со смежными подразделениями, накрыли перекрестным огнем. Подходили на метров 500, были замечены в тепловизор. После того мы связались с соседями. Отработали, осматривают наши огневые позиции, где что то есть находится. Чи есть, чи дежурят, чи не дежурят, чи их заметят, чи не заметят их работу. Артем на Донбассе с 14 года вспоминает, как тогда его с группой отправили забрать из серой зоны погибших украинских военных. Но оказалось, что там уже находится противник. Бойцы наткнулись на такую же группу. Тех, правда, было в разы больше. Артем просто пошел к противнику договориться об эвакуации падших. Відчуття якесь, щоб було таке, ну, незрозуміло. Неопределенность, наверное, це самое хуже, ну, що є в житті. Я просто стою і вже, ну, чекаю, чого чекати, до своїх, як не крути, метрів 500-600 за спиною, а вони отут, от рядом, я тобто, перед ним. Ну, але все-таки рішення, тобто, прийняли їхнє командування і дали добро. Під'їхала наша машина, розділись, ну, тобто, футболки, штани, таке все, тобто, ні зброї, нічого з собою не було. І вже разом з цим бусом поїхали на сам пункт пропуску. Тогда удалось вернуть четверых павших воинов, выкопав их из братской могилы прямо у позиции врага. Чоловік 50-60, то есть вийшло в ряд, за ежами, то есть стояли і просто дивились, наблюдали на цю всю картину, що вони. Коли вже почали копати, ну, почали задавати, як обычно, право, то есть чисто провокативні питання, вони розуміють, що у нас ситуація не зовсім вигідна. Военный рассказывает, хотя с тех пор и прошло несколько лет, но он до сих пор помнит неопределенность и остроту момента. Его война за погибших побратимов продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.